гости, вашему вниманию предлагаются соки, воды, алкогольные напитки, а также легкие закуски. Можно? Вот это вот можно? Вот этот красавец. Да, да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Угу. И стаканчик. Держите. Спасибо. А можно два стаканчика? Да, пожалуйста. Приятного пути. Уважаемые гости, вашему вниманию предлагаются соки, воды, алкогольные напитки, а также легкие... Не присоединитесь? Нет, благодарю. Па, купи мне шоколад. Неплохой виски. Дайте вот этот шоколад. Не воды, газированные. Хорошо, хорошо. Хотя давайте. Что-то... Смотрите, а у вас... Не идет ничего. Ренат. Андрей. За знакомство. Вы писатель? Типа того, сценарист. Вот как. Много фильмов снято по вашим сценариям. А, это 10-й. Ну, если примут. Тьфу-тьфу-тьфу. А про что пишете? Ну, сейчас лучше всего идет либо про бандитов, либо про любовь. Вот я про любовь. Про любовь. Хотите историю про любовь? Из жизни. С другом с моим случилось. Может, пригодится? Да я с удовольствием. Просто, видите, работать надо. А. Поэтому... А за виски спасибо. Прекрасная вещь. Вы меня извините. Кажется, я должен вам рассказать эту историю. Это займет немного времени. Это случилось не так давно. Тогда, по-моему, вот только началась эта история с коронавирусом, помните? Я сам из Владивостока, значит, послужил в армии, потом 3 года по контракту. Наша часть находилась возле Владика. У меня после армии был туговат с работой, и я, ну, связан был с криминалом, короче, был связан. Ничего такого, там, я никого не убивал, так, не вполне законно, с ментами, короче, были проблемы. Но после этой истории завязал. Самое главное, был у нас парень, Витька Морозов, в армии. Мы с ним так крепко сошлись еще на срочные, а потом оба по контракту остались. Я 3 года отслужил, потом домой, а он еще на год остался. До Владивостока. Ну, залезай. Спасибо. Всемирная организация здравоохранения озабочена распространением нового вируса COVID-19. Спасибо. По последним данным подтверждено более 1000 случаев заражения по всему миру. Слушай, дай позвонить. Чё? Ну, один звонок очень нужен. Ты чё здесь, салон связи, что ли? Ну, будь друга выручи. Слышь, вали давай, а, не мешай торговать. Вот. Ну, один звонок здесь, прям при тебе. Деньги себе оставь, пригодятся. Спасибо. Извините, а где-то здесь тут... Ключницы продаются. Это вот, в соседнем ларьке. А, спасибо. На здоровье.
Да, алло. Алло. Алло, Ренат, ты? Да, кто говорит? Да я, это я, Витя. Витя? Марус, ты что ли? Ты откуда? Да я здесь, у тебя во Владике. Ну ты даешь. Какими судьбами? А ты чего не предупредил? Ренат, надо встретиться очень. Встретимся, конечно. Я сейчас на работе. Давай через 2 часа на Семеновской. Давай. А где это? Слушай, ты не знаешь, как до Семеновской дойти? Так, слушай, это далековато. Тебе лучше на такси. Короче, выйдешь на Центральную, там по прямой до памятника. Потом направо повернешь, в общем, ну, а там спросишь. Спасибо. На здоровье. Чё задавят? Ты чё? Ищут меня. А что случилось? Пока не могу рассказать, Ренат, прости. Мне бы спрятаться где-нибудь, пересидеть. Можно ко мне домой? К тебе лучше не надо, потом проблем не оберешься. Ну ладно. Есть одно местечко, где можно перекантоваться. Поехали. Ким Сергеевич, пусти! Кто? Я, Ренат. Один? Нет, другу привел. Сергеевич. Ну? Поможешь? Хороший парень, не был бы номерок в твоей гостишке. Ну, пусть ставятся. Места всем хватит. Пошли. Менты знают про эту хату, но не суются. Что надо? Вот это свободно. Держи. Устраивайся. Прям царские хоромы. Что у тебя стряслось-то? Что вы там, музыканты? Вы достали конец своими кричалками. Слушай, Вить, ты давай не темни, а? Мне тоже нужно понимать, во что я с тобой ввязываюсь.
Я ж в куна. Убил я его. Тебе подробно объяснить или сам поймешь. Уберите свою грязь отсюда, сказал. Пойдем. Че нам пойдем. Еще забывать? Ты что, прапора грохнул? Как? Он же отличный мужик. Да случайно. На стрельбах. Я калаш разбирал, собирал. Ведь тысячу раз уже до этого. Короче, я сам не знаю, как патрон в стволе остался. А Шевкун? Да откуда он взялся только? Прям в упор ему. Я понять ничего не успел, он уже лежит. Пятно крови расплывается. Да, дела. Не соображал ничего, автомат схватил и в лес. Не помню даже, где его бросил. Потом на железку как-то вышел, там раздевалка строительная. Одежду раздобыл и на первый поезд. Да, попал ты. Да по полной попал. Что делать только теперь? Ну, может, сдаться? Ну, сбежал. Ну, с автоматом. Ну, ты в таком состоянии был. Должен же понять. Нет, только не в тюрьму. У меня ж батя в тюрьме погиб. По глупости сел и не вышел. А что ты хочешь? Спрятаться, отсидеться? Ты так всю жизнь не отсидишься. Да знаю я. Ну, я думал, может, можно как-то из страны. Ну, на корабль сесть и подальше куда-нибудь. Ты думаешь, это так просто? У тебя ни документов, ни денег. И на корабль тебя просто так не возьмут. Ренат, ну помоги. Ладно. Поживи пока здесь. На, вот тебе на первое время хватит. Я попробую про порт что-нибудь разузнать. Так можно было бы в Китай. Но они с этим своим вирусом все порты позакрывали. А что за вирус, кстати? Я по радио слышал, что ты ни хрена не понял. Да, никто не понимает. Вроде как грипп какой-то новый. У тебя телефон есть? Да, есть мобил. Я симку выбросил только. Это правильно. Купишь на ближайшем рынке левую симку, мне сразу звонишься. Понял? Понял. Пока так. Пойдем. Эй, Ким Чен Ын, завали свою шарманку. Что надо? Я тебе говорю. Значит, я тебя сам завалю. Понял? Эх, я плохо. Выключаем, выключаем. Ты что делаешь? Меня не снимай! Ты вылитый Роберт Паттинсон. Тебе говорили, что ты похож на него? Чего? Какой еще? Ну ты кто такая вообще? Так, меня не надо. Ой, ми-ми-ми. Меня не снимай, сказал! Все, 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 сказала, не буду. Ты что здесь делаешь? Это моя комната. Да брось, в этой дыре все общее. А ко мне какого хрена приперлась? Свободных комнат больше нет. Там только корейцы на нарике.
Ты мне показался самым приличным, хотя прикид у тебя, конечно, еще тот. Ты не парься, сейчас свалю. А ты-то что здесь забыла? А ты? В этой халупе все прячутся либо от закона, ну, либо от дураков отдохнуть. Тут он меня точно искать не будет. Кто он? Так, один скучный человечишка. Вот знаешь, ненавижу, когда мужик изображает из себя Супермена, а на самом деле тоже мне хозяин жизни. Ясно. А ты куда? Так, ты вроде сваливать собиралась. А ты проводить хочешь? Ты случайно не знаешь, где здесь рынок какой-нибудь? Случайно знаю. Могу показать. Лучше объясни. Лучше покажу. Эй, ты так точно заболеешь? Вода же ледяная. Ты еще в своем прикиде от Армани? Отстань! Сам разберусь как-нибудь. Сколько раз говорить, меня не снимать? Да не парься, фоткаю только для себя. Ты на фоне... Точно, чокнутый. Кстати, меня Ника зовут, как древнегреческую богиню Победы. А вас как величать? А не все ли равно? Нет! Каждое имя наделено смыслом и влияет на характер человека. Ну, Виктор. Мы же с тобой практически родственники. Виктор переводится с греческого как победитель. Вот уж упаси, родственничек. Тебя, видно, настоящие-то родственники еле терпят, раз по ночам шляешься, где попал. Ничего они меня не терпят. Да я не знаю, как у меня хватает терпения на них. Видишь ту улочку? Правда такая же, как из фильма «На последнем дыхании» с Бельмондо молодым. Помнишь? Ты смотрел? Нет. Да ладно, ты не видел этот фильм? Это же классика! Я каждый раз, когда здесь, я так и вижу эту сцену. Бельмондо бежит, раненый, умирает, но все равно бежит. Знаешь, как будто любовь сжигает его. Красота! Давай потише, задолбала. Ну ладно, ладно. Не, ну этот финал, когда он бежит, это так эпично. Я прям каждый раз... Ты можешь хоть минуту помолчать? Ты что, кино не любишь? Да мне похеру на твое кино! А твоему трёпу башка раскалывается. Ты рынок хотела показать? Да идем, идем. Романтик из тебя, конечно. Ты можешь мне симку купить? Без проблем. Погоди, деньги возьми. Да не нужны мне деньги, у меня есть. Иди согрейся, выпей что-нибудь горячее. Возьми деньги, говорю. Слышь, победитель, не надо, не валяй дурака. Иди давай в кафе. Давай уже. Здравия желаю. Мне кофе, я понимаю, что вы слышите, очень награды. 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 Очень
Ну что, победитель, соскучился? Это тебе. Номер простой, легко запомнишь. Спасибо. И это тоже тебе. И что это? В смысле, шмотки по сезону. Я так прикинула, вроде твой размерчик. Я не просил. Ну, понимаешь, когда ты в этом барахле, я себя какой-то бомжихой чувствую. Не надо. Денег нет у меня. Деньги не проблема. Деньги у меня есть. Забери, я сказал, я тебе не альфонс какой-то. Ты чё за сюр? Иди в туалет и спокойно переоденься. А то менты на нас как-то слишком активно пялятся. А мне что-то подсказывает, что тебе не очень хочется с ними общаться. Так что иди. Около туалета есть запасной выход. Буду ждать тебя там. Давай. Вроде ничего. Все-таки зачем, а? Ну, захотела купить и купила. Зато вон глаз радуется. Да выкини ты это барахло. Да пригодится еще. Слушай, мне, короче, позвонить надо. Ну, звони. Здорово, это я. Так, симку купил? Купил, как ты и сказал, да. Хорошо. Тогда жду тебя на сопке у шара. Хорошо. Давай. Ну что, победитель освободился? Ника! Ты где была? Я тебя всю ночь искал. Чуть с ума не сошел. Слушай, давай потише, а? А ну, быстро сюда. Что? Да обойдешься, эти не собака. Алло, милый мой, я тебе ничего не должна. Больше быть с тобой не хочу. Я тебе не проститутка и не содержанка, понял? Сейчас ты у меня все поймешь. Слышь, дружище, давай полегче. Что? А ну пошел вон отсюда, недоумок. Еще добавить. Ладно, гаденыш, ты свое еще получишь. Лучше приходи сама. Не зли меня. Забудь про меня, я тебе все сказала. Посмотрим. Пошли. Это кто, твой муж? Караваев? Нет, не муж. Ну так, типа, друг. Хороший у тебя типа друзья. Приключения любишь? Ну да, очень люблю. От него прячешься? Ну, допустим, от него, и что? А то. А этот твой типа друг, он что, типа бандит? Да нет, но при делах, но. Слушай, я приключения не люблю, они мне не нужны. А я тебя не просила. Зачем влез? Это мои дела. Просто не люблю, когда девушек обижают. Такие вот дела. А он от тебя не отстанет. Тебе лучше сваливать. Ты вроде из Москвы, да? Из Москвы. Понятно. Приличная девочка из хорошей семьи ищет приключения во Владивостоке. Ваше объявление. Ну да, мое.
Тебе-то что? Я и сам не знаю. Нравишься ты мне? Вот ты как Сэм Грин из «Последнего полета». Он так же своей телке сказал, когда самолет загорелся. Ну, потом, когда они падали... Слушай, я тебя проводить не смогу, у меня дело важное. Ты куда сейчас? В наш гадюшник? Нет, я тут квартиру сняла. Сегодня съезжают. Так что туда перееду. Ну, тогда пока. Если что, адрес знаешь. Моей виллы. Пока. Молодец, нормально оделся. Слушай, в общем, не получится тебе на временку в порт устроить. Там будут жестко проверять. Из-за этого вируса дополнительные санкции. В общем, по чесноку никто с тобой легально в порту работать не будет. Что так срочно звал тогда? Короче, чтобы вывезти тебя из страны, нужны реально большие деньги. Но у меня есть знакомый, Пашка. Он знает серьезных ребят. Если ты ему поможешь, он поможет тебе. Чем поможет? Его друзья-браконьеры вылавливают крабов. Там, в нейтральных водах. И продают в Корею. Они тебя смогут подбросить. В Корею? Да. В Южную. Они в километре от берега перегружают корейцам крабов. Так что потом можно будет с одним из покупателей добраться до берега. Двоих так уже вывезли. Ну, а дальше сам за себя. Слушай, может, тебе лучше все-таки сдаться, а? Нет, лучше в Корею. Что надо делать? Пашка работает с моряками, которые с загранки вернулись. Подплывает на своей лодке к их судам, прям с корабля перегружает товар. Ну там, чтоб мимо всяких проверок, где их шмонают. Короче, у него напарник слег с аппендицитом. Нужен человек. Поможешь ему, попадешь в Корею. Ну чё, подписываешься? Подписываюсь. Конечно, подписываюсь. Ну, тогда я тебе завтра бушлат привезу. А то тебя в этих шмотках на холодной воде до кишок приберет. Спасибо. И как найти этого Пашку? Павел. Я Виктор от Рената. Знаю. Садись на нос. Пригнись. Прожектор лупит. Давай на весла. А что на весла-то? Мотор же есть. Ренат говорил, ты парень с головой. Давай. Там дальше датчики движения, они любой мотор просекут. Мотор нам нужен, если погранцы прицепятся. Да ты не бойся, не бойся. Если с курса собьешься, я поправлю. Ты
твою мать, греби, не останавливайся. Да не лупи ты по воде. Ровнее держи. Во-во-во. Вот хорошо, давай, вот так идем. Все, все, стой, стой, стой. Суши весла. Давай, пацаны, майнай. Это все. Сейчас лучше правее берите. Идите по траверзу маяка. Знаю. Ну, удачи, мужики. Все, давай назад. Все, дальше на моторе пойдем. Нормально. Ты молодец. Ну что, устал? Я устал. Я так-то КМС по самбо. Да ладно. А выглядишь как какой-то... Какой? Такой. Ладно, волком не смотри. Про уговор я помню. Завтра будешь на шхуне. Ника, ты? Нет, дядя чужой. Видел бы ты себя со стороны. Ты откуда? Оттуда. Давно не виделись, победитель. Может, прошвырнемся куда-нибудь? Ну, пойдем. Только ужас этот сними. Надень мою одежду. Шутишь? Чё ты мне видела? Ладно, ладно. А пойдем вечером в клуб? Нет. Если что, деньги у меня есть. Ну, не хочу я в клуб. Тогда пойдем на пляж. Там как раз никого нет, только мы вдвоем, романтика. Скажи честно, а я тебе зачем? Ну, в смысле, ты классный? Да нет, ну ты богатая столичная девчонка. А я деревенщина из Речного. А Речное это где? Да город такой маленький, под Иркутском. Да неважно. Мне до армии пришлось крановщиком работать на стройке. У меня отец умер, когда мне 15 лет было. Мать вот 3 года назад тоже.
У тебя же все есть, у меня ни хрена. Я в Москве ни разу не был. Для меня вон Владик огромный, все никак привыкнуть не могу. Ну так это же классно. Но мы с тобой такие разные, и мы вместе. Как в дневнике памяти. С Гослингом и МакАдамс. Он ее добивается полжизни, а она только потом понимает, что лишь с ним настоящая любовь. А если серьезно? Ник, я же просил тебя. Ну ты чего, ну? Просто слишком романтичный кадр получается. Ну, челочка, ты. Мой отец один из самых крутых юристов в Москве. Он выстраивал мою жизнь, точно я ребенок, все по расписанию. Скука смертная. Или вены резать, или на наркоту подсаживаться. Потом я встретила Караваева на закрытой вечеринке. А вот теперь я здесь. Сама себя не понимаю. Иногда так тошно бывает, что жить не хочется. Поэтому нужно жить на полную катушку! Вот как Шарлиз Терон в «Сладком ноябре». Вот все ее сумасшедшие считали, а она просто любовь свою искала. Смешная ты. Победитель. Главное, я доверяю тебе. Знаешь, ты родная душа. Я когда увидела тебя первый раз, я подумала, вот он такой же, как и я. Черт. Ну что, привет, что ли? А тебе я сейчас должок верну с процентами. За ними! Слушай, Ник,
Если ты будешь себе таких друзей выбирать, которые с пушкой по городу разгуливают, в следующий раз можешь не убежать. Да, Ренат. Алло, ты чего трубку не берешь? Пашка звонил, завтра они выходят очень рано. Ехать надо прямо сейчас. Ты вообще где? Я тебе потом расскажу, ладно? Слушай, Мороз, давай быстрее, времени нет. Скоро буду, да. Встреча там же. Да, там же где договаривались, да. Давай. Ну ты вылитый, Малкини, из фортепита. Не знаю я твоих актеров. И фильмы не смотрел. А я тебе все-все-все покажу. Ник. Мне сейчас уйти надо. Правда, очень надо. Ну хорошо, я тебя завтра найду. Конечно. Ник, я завтра, наверное... Что? Да ничего. Ничего, просто не хочу расставаться с тобой. Так не расставайся. Я не могу сегодня. Ты знаешь это место, где мы сейчас? Да, это местный Арбат. Вот вызови такси прямо сюда. И уезжай домой. А лучше вообще домой уезжай. Так мы увидимся? Конечно, увидимся. Такси вызови. Слушай, Караваев мужик серьезный. Нафига ты с ним вообще связался, а? Зачем тебе вообще эта девка? У тебя своих проблем мало, Мороз. Да, у меня проблем выше крыши. А Ника? Так получилось. Зацепила она меня. Ладно, давай к делу. Я тебя высажу метров за 300 от шхуны. Мне там светиться нельзя. Но ты их легко найдешь, тем более Пашка тебя там будет встречать. Все понял? Да понял, Ренат. Так, на вот, держи. Здесь $400. Все, что могу. Там сзади сумка, кое-какие вещи. Может пригодиться на первое время. Размер мой, извини, придется подворачивать. Спасибо. Да, еще. Телефон человечка одного. Он как раз сейчас в Корее. Хороший мужик. Может, чем-то поможет. Скажешь от меня. Может, больше не увидимся, Ренат. Может, и не увидимся. А может, и встретимся еще. Жизнь, она, вон, видишь, какая странная.
море ходил когда-нибудь? Нет, никогда. Понятно. А Пашку с Ренатом давно знаешь? Пашку нет. Ну так, немного. А с Ренатом служили вместе. Ну, друзья, в общем. Хорошо. Ренат парнишка толковый. Шустрый. Кто это? К нам вроде идут. Внимание на шхуне. Приказываю остановиться. Лечь в дверь. Принять осмотровую команду. Погранцы, что ли? Пограничники? Ну да. Только что им тут надо? Мы недалеко от берега. Ты, главное, не суетись. Не знаю, что им надо, но обыскивать они нас не будут. Мы пустые, с бумагами все в порядке. Просто не маячь перед глазами. Спрячься на всякий случай, в кубрике пересиди. Давай. Погранцы по левому борту. По смотровой команде перейти на судно, произвести досмотр, приготовить документы. Что-то запрещенное есть на судне, ребят? Рыба, крабы. Откуда, командир? Мы этим не занимаемся. Да это что? Ну-ну. Давай тогда бумаги посмотрим. На, это пожалуйста. В Корею идете? Да. Ну, не повезло вам, ребят. Придется возвращаться. А это почему еще? Да потому. Корея закрыла все свои морские и сухопутные границы. С чего это? Эпидемия. Про заразу слышал про это? Ковид называется. Ну так вот, по всему миру уже поползла. Полная жопа. Да, похоже на то. Границы стали закрывать. У очень серьезных людей поставки из Азии из-за этого вируса полетели. Да и хрен бы с ними. Мне-то что делать? Не знаю, Вить. Тебя еще каравай ищет. Слушай, Мороз, загранпаспорт тебе нужен. Чего? Какой к черту паспорт, Ренат? Границы закрывают, ты сам сказал. Не все страны границы закрывают. Можно погуглить, куда эта зараза еще не добралась. Мексика, Бразилия, может, еще куда. Где я найду паспорт? Паспорт есть. Настоящий, чистый. Надо только фотку вклеить. Но нужно 10 штук зелени. Ясно. Где взять столько? У меня же нет. Не знаю, ведь у меня тоже нет. Слушай, тебя здесь рано или поздно заметут. Может, тебе домой податься? Там где-нибудь спрячешься? Нет. Ты знаешь, я как-то в книжке прочитал про мужика, который во время войны дезертиром стал. 30 лет в сундуке прятался. Вот так и жил. Днем в сундуке, ночью выходил подышать, а потом обратно в сундук.
Разве это жизнь? Уж лучше на зону. Да, я Шевкуна я все-таки убил. Случайно, не случайно. Ответ-то надо держать. Прости, Вить. Это все, чем я могу помочь. Да, я знаю. Спасибо тебе. Вообще за все спасибо. Ладно. Мне пора. Если что будет, я позвоню. Давай. Чего? Мне к начальнику вашему. По какому вопросу? По личному. Второй этаж, 209 кабинет. Туда, туда. Все сюда? Да, да. За мной будешь. Следующий. Я за вами. Александр Николаевич, все готово, в любой момент можно приступать. Знаю, скажи, чтобы без меня не начинали. Есть. Граждане, сегодня приема больше не будет. Все, кто сегодня не успел, жду завтра с 10 утра, приму всех без очереди. Петров! Перепиши всех. Есть. Подождите. Анна Капитонова. Я ж по делу о соседях. Это что, черти творят-то? Ору,
дерутся, дебоширят, а участковый сделать ничего не может. И все поэтому... ясно, это завтра начальству расскажете. Так, а ваша фамилия, вы свободны. Морозов Виктор Борисович. Виктор. Бывший военнослужащий. А это еще зачем? Вот ты запиши, это важно. Ну ладно, ждем завтра. Сказали, вам крановщик нужен. Так а ты что же, знаком с погрузочным краном? С погрузочным нет. А так до армии на строительном работал полгода. Значит, с нашим должен справиться. По этому делу как? Не употребляю. Отлично. Ну тогда неси документы. Давай, оформляйся. Ну, а какие документы нужны? Так, удостоверение моряка, загранпаспорт есть? А с остальным уже здесь ознакомишься. Это не проблема. Пройдешь медкомиссию и добро пожаловать. Только учти, с этим чертовым вирусом отходим не позднее, чем через 3 дня. Понял. Ждешь? Жду. А может, ко мне пойдем? Ну, нам же нельзя особо в городе светиться. Пойдем. Но сейчас мне вещи забрать надо. Проходи. Ну, Ник. Ну да. Скоро я, короче, выброшу твой телефон куда-нибудь. Не, ну посмотри. Ну, по-моему, очень удачно получилось. Смотри, что это? Менты, вот что это. Давай, давай, двигай. Давай назад. Назад давай. Да что происходит? Тише, гад. Я дам тебе беспредел. Облава, что ли? Кого-то ищет? Да ты чего? Того. Это тебя искали, гад. Ты же человека грохнул. Да мне бы вещи мои. Забрали твои вещи. Пойдем. Победитель, по-моему, надо поговорить. Короче, убил я его. Случайно, но убил. Сдаваться мне надо. Не могу я так больше. Но сдашься от человека, ты все равно не вернешь. Ты же случайно. Не хотел. Что, в тюрьму сядешь? Значит, сяду. Рано или поздно возьмут меня. Из страны уже не выбраться практически. Есть вариант, но там деньги нужны большие.
чтобы паспорт сделать, а денег нет. Сколько нужно? $10 000. У Караваева есть. И что? Ты это к чему вообще? У Караваева попросить? Я не говорю просить. Он дома 1040 баксов держит, ну знаешь, так, на мелкие расходы. Я позвоню ему, скажу, что хочу встретиться. Он придет, это я точно знаю. Я тебе дам ключ. Зайдешь и возьмешь 10 штук. Охраны нет, есть сигнализация. Код я знаю. Ты что, предлагаешь ограбить его? Я не предлагаю грабить его. Я предлагаю взять то, что принадлежит мне. Он мне должен. За что? За то, что ты была с ним? Да, за то, что была с ним. Ага. А ты что, проститутка? Ну, может, и я тебе должен. За то, что ты со мной. Нет, я не проститутка. И ты мне не должен. А если бы я была, то что? Не полюбил бы? Вот он, этот парень. Вот окно, Владивосток. А вот я. И все мы, он, Владивосток и я, случайно встретились в одной точке этой случайной жизни. Вот он, этот парень. Вот окно, Владивосток. Thank you.
Ты чего? Смотрю на тебя. Знаешь, я не хочу тебя терять. Мне кажется, потерять любимого человека – это очень больно. Как ты думаешь? Да, больно. Я терял. А я нет. Не знаю, мне иногда кажется, что я хочу испытать эту боль. Зачем? Ну, я думаю, что в принципе любить и терять – это одно и то же. Но знаешь, как два полюса. Ну что, победитель? Давай нарисую план дома Караваева? Пойдем со мной. Так, теперь сигнализация. Она прямо за дверью справа. Код я тебе напишу.
А ну, вылезай. Вылезай, я сказал! Скорая? Да, говорите. Человек голову разбил. Назовите адрес. Вторая морская, 14. Кто говорит? Сосед говорит. Он на втором этаже, дверь открыта. Да скорее приезжайте, плохо ему! Чего? Почему он вернулся? Кто вернулся? Караваев, Ник. Караваев вернулся. Я не знаю, жив он или нет. Как это? Да вот так, Ник! Я не виноват, Ник. Я клянусь. Я его пальцем не тронул. Ты веришь мне, нет? Я не знаю, там темно было, я разбил что-то. Вазу или еще что-то. Он пришел, споткнулся и головой о столик. Ты мне веришь? Ты мне веришь? Да. Я не понимаю только, как. Он с тобой должен был на встрече быть. Как он вернулся? Почему? Он говорил, что не домой едет, что у него какие-то дела еще в порту, что... Почему ты мне не позвонила? Он не должен был ехать домой. Ладно, ясно. На мне, может, уже два трупа. Ты же говоришь, что не виноват. Ник, если он мертв, как доказать, что я его не трогал? А если он жив, он меня видел. В любом случае, мне конец. Ты деньги взял? И что будешь делать? В тюрьму садиться? Как этого друга твоего? Как его? Ренат. Да, он же обещал тебе паспорт сделать. И что? Так давай, делай!
Пока менты поймут, что к чему, ты уже далеко будешь. Чего ты сидишь? Звони ему. Ты понимаешь, что тебе светят за второе убийство? Привет. Здорово, Мороз. Достал бабки. Можешь сделать, что обещал? Могу. Но только утром. И если... Только утром? Да. Ренат, мне очень срочно надо. Слушай, раньше никак не получится. В 7 на Людской давай. Хорошо, понял. В 7. Все, пока. Давай. Пойдем. Послушай, я должен сказать, откуда деньги взял. Я их взял у Караваева. Ты что, Караваев вообще деньги дал? Да не, не дал. Я в дом к нему залез. Чего? Я знал, где деньги лежат. А он вернулся. Попытался выстрелить меня. Сам подскользнулся и голову себе разбил. Но он не должен был вернуться. Короче, я не знаю, сколько меня еще будут искать, но это все скроется. А ты теперь соучастником становишься. Да, дела серьезные. А ты мне что предлагаешь, сдать тебя? Решай сам. Для тебя, может, лучше сдать. Я не в обиде, но я клянусь, я его пальцем не тронул. Скорую вызвал, жив, не жив, не знаю. Ты мне веришь? Я не знаю, что делать, Рина. Чувствую, что падаю куда-то. Лечу головой вниз. Ничего изменить не могу. Ладно. Пошли уже. Надо успеть до открытия. Надо. Я от Хасана. Он должен был предупредить. Ну, заходи. Подбородок выше. Угу. Ну вот. Отлично. Ну вот, Мороз, ты теперь моряк. Я сейчас перешлю фотографию. Учетная запись будет активирована до 12 утра. До этого паспорт лучше нигде не светить.
хрена, спасибо. Я... Забей. Удачи. Отлично. Я даже не думал, что успеешь. Сейчас с ребятами познакомишься, они тебе место определят. А можно я завтра? Да вообще-то нам сейчас рабочие руки во как нужны. Завтра же вечером уходим. Да, но у меня дело важное. Ну, там личные обстоятельства, правда, очень личные. Ну, ладно, документы я твои забираю. Сейчас медкомиссию пройди. Это недалеко от проходной. Ну, тебе покажем. И завтра принесешь обходной лист. И приходи пораньше, часам к 7 утра. Все ясно? Да, ясно. Давай. До завтра. Не опаздывай. Извините, тут в этом подъезде девушка на 12 этаже квартиру снимает. Может, вы ее видели? Я не знаю. Ну, выходила какая-то светленькая с большим чемоданом. На такси уехала. Спасибо. Привет, победитель. Ты, наверное, придешь или уже приходил? Я уехала. Нам пока не надо встречаться. Ко мне приходила полиция. Караваев в тяжелом состоянии, пока без сознания. Так что тебе лучше исчезнуть. Обнимаю тебя. Мы обязательно увидимся. Удачи тебе. Ваш заказ. Можно к тебе? Здесь вообще-то полно места. Да. Ты меня извини. Честно говоря, поговорить хочется. Я пенсионер. Один живу. Поговорить не с кем. Я вон сюда приду, с кем-нибудь поговорю, мне веселее жить.
Что делать, если так хреново, что жить не хочется? Самоубийством кончать не надо. Грех. Большой грех. Мы же не поговорили. Вы же поговорить хотели. Да мне кажется, тебе сейчас не до разговоров. Помни про грех. Алло, полиция, примите информацию. Слушаю. Виктор Морозов, разыскиваемый по делу об убийстве прапорщика Шевкуна, придет завтра в Рыбный порт в 7 утра. Назовите себя. Он вооружен. Ваша фамилия? Нет, свою фамилию я говорить не хочу. А где его пистолет? Да не было у него никакого пистолета. Пугал он нас. Зачем? Что за дурь? Медиков вызывай. Закат. Тогда привлекли даже. Под опросом какое-то время таскали, но доказать все равно ничего не смогли. Да и Караваев к тому же жив оказался. Да, говорят, он это дело и замял. Может, не хотел светиться, может, еще что. Я его видел тут недавно. Ездит на Мерсе, все нормально. Потом этот коронавирус, изоляция и так далее. Самое главное, ты что? Шевкун жив оказался. Какой Шевкун? Ну, прапор. Прапорщик, из которого Витя из армии сбежал. Так он же застрелил его. Да. Оказалось, только ранил. И то не сильно. И слава богу. Хороший мужик этот прапор. Я когда... Ну, меня отпустили, я хотел Нику разыскать. Но ее отец уже забрал в Москву. Угу. Я нашел ее профиль в Инстаграме. Сейчас, может, у меня... Сейчас она, по-моему, это все удалила. А тогда около месяца это было в свободном доступе. Вот что я нашел на ее странице. Ну и что ты от меня хочешь? Ника. Я погорячился, каюсь.
Да и ты сама. Девочка моя, извини, я, наверное, был груб. Не могу я без тебя, пойми. Давай попробуем еще раз. Хорошо. Поезжай домой, через час приеду. Поедем вместе. Нет. Поезжай сейчас. А я приеду. Сказала же, приеду. Хорошо. То есть получается... Получается, она... Караваева отправила домой, а сама знала, что там Виктор? Получается, да. Может, она хотела избавиться от Караваева. А может, просто время перепутала. Вообще не хочется верить, что она сделала это специально. Так вроде как. Случайное стечение обстоятельств. Очень много случайностей в истории. Да. Пожалуй, много. Как думаете, получится из нее сценарий? Закрученная история-то, черт ее дери. Боюсь, зритель не поймет. Сейчас же в кино важно, чтобы все было ясно. От начала до конца, а тут... Ну да, это вы, наверное, правы. А в жизни все равно все по-другому. Ничего не понятно.